Продолжаем чтение книги «Путь разума в поисках истины» профессора Московской православной духовной академии Алексея Ильича Осипова. Мы с вами остановились на главе «Религия и человеческая деятельность». Параграф 1. Наука. О критериях в науке. Поскольку здание наук возводится не только на основании наблюдений, экспериментов, измерений, но и на гипотезах и теориях, встает серьезный вопрос о критериях их истинности. Факты сами по себе еще мало говорят исследователю, пока он не найдет общей для них закономерности, пока не свяжет их одной общей теорией. В конце концов, любое понимание какой-то группы явлений мира, и тем более миропонимание, в целом есть не что иное, как теория, которой придерживается большая или меньшая часть ученых. Но возможно ли доказать истинность теории? Оказывается, безусловного критерия, с помощью которого можно было бы окончательно определить, соответствует ли данная теория картине объективной реальности, не существует. Главным и самым надежным всегда считается критерий практики, но даже и он часто оказывается совершенно недостаточным. Известный философ и физик Франк, 1966 год, по этому поводу остроумно замечает: наука похожа на детективный рассказ. Все факты подтверждают определенную гипотезу, но правильной оказывается в конце концов совершенно другая гипотеза. Особенно трудно бывает решить данный вопрос, когда сразу несколько теорий одинаково хорошо объясняют данное явление. Естественно, пишет один отечественный автор, что эмпирический критерий здесь не срабатывает, поскольку надо выбирать одну из числа нескольких гипотез, эквивалентных в плане совпадения с эмпирией, иначе выбор не представлял бы труда. Так возникает необходимость во вторичных критериях. Сноска Мамчур. Проблема критерий простоты научных теорий. Вопросы философии. 1966 год, номер 9, страница 159. Этих вторичных или дополнительных критериев много, если они еще более условны, чем эмпирические критерии. Назовем в качестве иллюстрации некоторые. Первый – критерий экономии простоты. Ньютон, Мах. Истина та теория, которая проста для работы, для понимания, экономит время. Второе – критерий красоты. Пуанкаре, Дирак. Красота математического аппарата, лежащего в основе физической теории, свидетель ее правильности. Третье – критерий здравого смысла. Четвертое. Критерий безумия, то есть несоответствие здравому смыслу. Академик Нан об этом пишет, что такое здравый смысл. Это воплощение опыта и предрассудков своего времени. Он является ненадежным советчиком там, где мы сталкиваемся с совершенно новой ситуацией. Любое достаточно серьезное научное открытие, начиная с открытия шарообразности Земли, противоречило здравому смыслу своего времени. Нан. Проблемы бесконечности. Вопрос философии. 1965 год. Номер 12. Страница 65. Пятый. Критерий предсказательности. Способность теории предсказывать новые факты и явления, но этой способностью обладают, как правило, все теории и так далее, и так постепенно. Все эти критерии очень далеки от того, чтобы могли действительно засвидетельствовать бесспорную истинность той или иной теории. Поэтому Эйнштейн говорит, любая теория гипотетична, никогда полностью не завершается, всегда подвержена сомнению
и наводит на новые вопросы. Черкашин. Гносеологические корни идеализма. 1961 год, страница 189. Приведенные высказывания ученых и критерии, которыми пользуется наука, достаточно красноречиво говорят по вопросу достоверности научного знания. Оно оказывается всегда ограничено, условно и потому никогда не может претендовать на абсолютную истинность. Тем менее оно способно быть таковым в вопросах специфически религиозных, относящихся к области того мира, которым наука не занимается. Седьмое. Наука и мировоззрение. Вопрос о науке и религии включает в себя и принципиальную методологическую проблему, поскольку религия – это мировоззрение, то, естественно, сопоставлять ее можно только с мировоззрением. Является ли таковым наука? Что представляет собой так называемое научное мировоззрение, столь часто противопоставляемой религии? Наука по самой сути своей является системой развивающихся знаний о мире, то есть непрерывно изменяющихся и потому никогда не могущих дать полного и законченного представления о мире в целом. Академик Нан справедливо говорит, на любом уровне развития цивилизации наши знания будут представлять лишь конечный островок в бесконечном океане непознанного, неизвестного, неизведанного. Беседа с академиком Наном о диалектике познания. Наука и религия, 1968 год, номер 12, страница 23. Другой современный ученый Козютинский рисует такую картину. Вся материя, материальный мир как целое, не является сейчас и никогда не станет ее науки объектом. Козютинский, астрономия и диалектика. Астрономический календарь. Ежегодник, выпуск 73, 1969 год, 148-149 страница. Но если даже вся материя, не говоря о мире духовном, не является сейчас и никогда не станет объектом исследований естествознания, то возможно ли научное мировоззрение? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к тому, что представляет собой мировоззрение. Мировоззрение – это совокупность взглядов на самые основные вопросы бытия в целом и человека. Сущность бытия, смысл жизни, понимание добра и зла, существование Бога, души, вечности. Оно не зависит от степени образования, уровня культуры и способностей человека. Поэтому и ученые, и необразованные могут иметь одно и то же мировоззрение. А люди равного образовательного уровня прямо противоположны убеждения. Мировоззрение всегда предстает в виде или религии, или философии, но не науки. Вообще, структура религиозного учения, утверждают религиоведы, не очень отличается от структуры философской системы, ибо религия, как философия, стремится дать целостную картину мира, целостную систему ориентации личности, целостное мировоззрение. Василий Фурман, «Христианство и конфуцианство. История культуры Китая». Под редакцией Васильева, 1974 год, страница 422. Член-корреспондент Академии наук СССР Капнин писал, «Философия по своему предмету и целям отличается от науки и составляет особую форму человеческого сознания, не сводимую ни к какой другой. Философия, как форма сознания, создает мировоззрение, необходимое человечеству для всей его практической и теоретической деятельности. Ближе всего по общественной функции философия стоит религия.
которая тоже возникла как определенная форма мировоззрения, поэтому наука одна не может ее заменить. Мировоззрение не покрывается ни какой-то одной наукой, ни их совокупностью. Капнин, «Философия. Век науки и техники». Литературная газета, 1968 год, номер 5. «Философия. Философская энциклопедия. Сравни. Том 5. 1970 год. Страница 332. Поэтому, если говорить о собственном научном мировоззрении, то таковое понятие нужно признать условным, используемым только в самом узком, специфическом смысле этого слова, как совокупность научных взглядов на материальный мир, его устройство, его законы. Мировоззрением же наука не может быть, поскольку а. Вопросы чисто мировоззренческие входят в компетенцию исключительно философии религии и к области естествознания не относятся. Б. Наука непрерывно изменяется, что противоречит самому понятию мировоззрения как чему-то законченному, вполне определенному, постоянному. В. Как совершенно справедливо замечает Казютинский, в естествознании нет теорий материалистических, идеалистических, а лишь вероятные и достоверные истинные и ложные. Казютинский, «Астрономия и диалектика», «Астрономический календарь», ежегодник, выпуск 73, 69 год, страница 146. Научными или антинаучными могут быть представления знаний человека о явлениях этого мира, но не его мировоззрение как таковое, религиозное, атеистическое и так далее. Наука и мировоззрение – это два различных, несводимых друг к другу понятия, и поэтому противостоять друг другу они не могут. Но если даже поверить в безграничность научного познания и способность науки разрешить когда-то все вопросы духа и материи, достичь уровня мировоззрения, то и в таком случае мыслящий человек не может ждать этого гипотетического будущего. Жизнь дается только один раз. И потому человеку, чтобы знать, как жить, чем руководствоваться, каким идеалом служить, необходим сейчас ответ на главнейшие для него вопросы: кто я, каков смысл моего существования, имеется ли смысл бытия человечества, мира, есть ли вечная жизнь, кварки, черные дыры и ДНК, на эти вопросы не отвечают и ответить не могут. Если Бог даст, завтра будем продолжать.